Они атакуют. Ой. О, смотри. Что ты за челепиздрик? Отвали от меня, ты дурак. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Данила, Крошка-Крошка, Васаби-Скромник, Енот, Чубазаврик, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, всем привет. Сегодня у нас очень крутая серия, потому что вышел новый пак NPC мемы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас веселый обзор на прикольные моды. Погнали. Ну что, первый у нас Буз. Ребята, напишите в конце ролика, какой же больше всех NPC вам понравился. Пацаны, и тоже вы, как вы думаете, похоже на базу? Вы, по-моему, угадали? И музычку, кстати, нельзя удалить никак. Так, давайте проверим, что они могут. Опа, оп. Убивает? Он умеет бить. Он не убьет. Да бей. Оп, стойте, кто-то вселил, не надо вселяться. А не, он не бьет. А если его ударить? А ну удари, удари, удари его, да, я включил. Сбиваем его. Игнорировать, а? Не бьет. Хорошо, давайте, следующий у нас Фродо. Фредди. А чё они такое название странное, да? Блин, прикольный. Искаженные. А он бьется, не, не дерется? А ну попробуйте вселиться, а ну давайте. И ударь. Ого, нифига себе. Да ой, он дерется. А чё до этого он не бил? А он застрял, похоже. Так, выключите и выключить. Бейте. Хорошо. Ребята, досмотрите до конца, в конце мы поставим всех NPC. Но очень странно, почему они не атакуют? Они атакуют. Ой. О, смотри. Что ты за челепиздрик? Отвали от меня, ты дурак. Тихо, 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 тихо. Вот, давай до этого челепиздрика. Да мне не надо. Да отвали. Ух ты. Кстати, Серега, сделай так, чтобы он тебя убил. Он так хватает, такая прикольная анимация. Очень офигенно сделана. Какой-то неадекватный псих. Успокойся, не надо нас бить. Ого, он прыгает. Он прыгает, шизоид. Какой-то шизофреник. Не, а это не Балди? Нет, это Линк. Это Линк. Ну это, короче, родственница Балди. Хорошо, давайте дальше, потому что все понятно. Пукмен. Это странно. Пукмен, да. Опа, опа, опа. Ого, же. О, и выкидывает. Вы видели? Офигеть. Смотри. Ого. Нормально, нормально. Я хочу от него умереть. А куда он выкидывает? Я так и не понял. Вверх куда? Это неадекватно. Просто воздух. Так, ну пока мне больше всех мне этот NPC нравится. Прикольный NPC-шка. Да, Серега классно летает в потолок. Так, подожди, стой, псих. Успокойся, у нас еще в конце будет очень мощная битва. Пурикинникал. Это сейчас, короче, заклинание какое-то будет. Это у нас какой-то Фокси. А ну вселите с него кто-нибудь. Мочит, не мочит? Ого! А ну ударь меня. Там музычка играет. Ух ты! Троих сразу, да ладно. А он просто убивает без анимации. Может пострелять надо в него? Хорошо, хорошо. Сквивуд Пинкалес. Ух ты! О, прикольный! Прикольный, реально челепиздрик. А мне он нравится. И мне он нравится. Эй, отвали! Ого! Так, знаете что, мы не проверяем, сколько у них жизни. Надо все-таки какую-то ружку брать и помочить их. А ну давайте, нагибатор 2. Он телепортируется, что ли? Мочите, мочите этого Сквидварда, психа. Не, у него жизни много, да? Эй! Ай. Да псих, смотри, руками телепают. Дурак, а? Ай. Да отвали! Блин, он телепортируется. Да ты смотри, что делает, неадекват какой-то. Так, все. Ладно, мы его оставим в конце, хорошо. О, Тамус. Прикольный, паровозик Томас. Сима забрал. Паровозик Томас и его друзья. А ну вообще, ух ты. Просто давит. Ну да, просто давит. Тю-тю. Паровозик, который смог убить все. Паровозик, который смог. Это номер один, пацаны. Он телепортируется.
нормальный такой паровозик. Жизни много у них у всех. Так, надо брать, наверное, пистолет админский, проверять, сколько жизни. Так, админским пистолетом убивает. Да, он умирает. И просто мне казалось, что у них бесконечные жизни. Но нет, можно убить так и так убить. Тили-тубри. Туби. Опа, прикольный. Телепузики. Телепузики говорят пока. У них телевизора нету. Хорошо, давайте еще раз так поставим. Давайте с другого оружия. Все-таки мы, может, его снимем. Ой-ой-ой. Ух ты. Зарязала. Не, ну ты за что меня убил? Ай-я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 й. Да ты что? Ах ты, смотрите, как пробивает рукой кишки. Какой-то жесткий челепедрик нам попался, неадекватный. А ну иди сюда. Ты ж смотри, пацаны, он очень жесткий. Такой мясо творится у нас. Бейте его. Хорошо, хорошо, хорошо. Вуди. Ух ты, смотрите, какой Вуди прикольный. Ребята, настроение классное. Если вам поднимает настроение мои ролики, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И не забываем заходить в наш Дискорд, потому что Люба может записать с нами ролики, поучаствовать и поугарать. Все ссылочки в описании. Я еще руку поднял. Так. Давайте он пусть убьет. Какой будет анимация у нас? А он не убивает. А, не убивает. А, нет. Ух ты. У него так челюсть свисает как-то странно, да? Да что это так тихо. Как вы думаете, вообще его реально убить или нет каким-то оружием? Да. Можно, да? Хорошо. Живучая. О, давай, анима у нас оружие черного очка. Ющи. А я просто видел то, что она обновился. Ух ты! Ха! Прикольно, такая музычка веселая. Его мочит. Это из Лунтика. Да? А кто это? Это из Лунтика. Дробовуком. Гусеница? Он завис, пацаны, мочим, он завис. Нагибаем его. Может его... А, он телепортируется, ах ты тварь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нифига себе он мощный, смотрите, на живот ложит и ест потом людей. Дима, сколько тебе мое оружие? Да нормально, пойдет оружечко у тебя. Ребята, как и обещал, сейчас будут ставиться все NPC одновременно. И чего? Не, я случайно это буду делать. Запасайтесь оружием. А мне бесконечные патроны. А может сразу орбиталкой бахнуть по ним? А может сразу админскими пистолетами? Ну давайте, сначала мы сейчас немножечко повыживаем, а потом их будем гасить. Ну что, выживание началось. Интити можно ставить? Интити можно ставить? Нет, не надо Интити ставить. Хотя пушки поставить Интити? Ставь. Только пулеметы тебя не спасут. Ну ставь, да, только ты их не убьешь, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, они все за мной. Помогите. Нормально, бежим, все четко. Так, ого, не прыгают. Да не обалдеть, что ли, прыгают как. Ну что, они не спрыгивают ко мне? Не спрыгивают. Ой, Фредди пришел. Помогите, пацаны, помогите, они сзади бегут. Это жестко, это очень жестко. Пацаны, вы живые там, нет? Вот это вакханалия у нас. Музычка играет, все играет. Где они все? Вы хоть убили одного? Уже несколько. Молодцы. Надо в проход стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дастрекс. Обстоятельства. Мочи их. Ой-ой-ой. Нифига себе, взрыв был мощный. Ух ты. У нас ребята, как всегда, мочилово. Отвали, тварь. Ах, мне в живот штрикнули. Дима, беги их на нас. Да это же что творится. Смотрите, вакханалия какая-то у нас творится. Ого. То, что вы любите, ребята, то, что вы любите больше всего, мы это всегда и делаем. Веселимся. Отвалите. Эти мемы, они какие-то неадекватные. Так. Ты что делаешь? Взял, взорвал всех. Не, они живые? А они живые, да ладно. Пол карты закрани, какой-то труп. Щупальцы валяются. Серега, бомба полетела. Прощайте все, прощайте.
живые? Они живые. Они живые, этого мало. Не, пушка, которую я стрелял, 155-го калибра, она их возносила, кстати. Дима, можешь это использовать? Ладно. Так, Серега, давай еще раз попробуем их взорвать. Делай мощную взрывчатку в середине, я поставлю вокруг NPC. Так, отключаем, чтобы они нас не убивали. Все-таки мне хочется их взорвать. Только надо другую бомбу какую-то, наверное. Все, я понял. Сейчас будет. Это жесть. Я уже подготовил бомбу. Отходите, если что. Сейчас. Ух ты. Где ты, Серега? Я тут, сверху. Ого, что над нами? Еще гриб сходит с твоего взрыва. Все, полетели. Полетели. Ребята, напишите в комментариях, выдержат они мощные взрывы или нет. Бомба, а не бомба, ты че? Они же должны, да, таких пака? О, умирают, Серега! О! Умирают! Они все умерли. Нет. Вроде живой. Кстати, это самый живучий оказался, да, из всех? Ну, да. Ну давай еще на него фигач бомбу. Сейчас. Давай, мы надеемся, что мы его сможем замочить. Блин, прикольно. Самый живучий оказался. Ой. Он все равно жив. Дима, он живой. Да ладно, он должен был уже слиться. Серега, еще надо кидать. Еще кидай. Мне уже лагали письма. Сколько там ноликов? Ох ты. Есть! Я видел, как он умер, я реально видел. Ну что, это получается... Я знаю бомбу, которая... Говори. Я знаю бомбу, которая бы его вынесла с одного, скорее всего, взрыва. Давай, с вот, одного... давай, очищай карту и поставим его. Давай проверим. Угу. Да, очищаем. Так, вот я его ставлю. Ну давай. А что это за бомба? Не, она его не вынесет, да, Серега? Не вынесет, ты чё? Ты чё, она просто масштабная. Давайте админскую бомбу доспавним. Да, давайте реально админскую. Не, я уже спавнил, ребят. Не, их убивает только с Гренвича. Короче, я сейчас поставлю и покажу, только не ставьте. Давайте я покажу бомбы, которые их реально убьет. Сейчас. Entity. Гренвич. О, я знаю, что я хочу проверить. Проверяем. Я с этой штукой и стрелял. Убьет? Она мало на нас. Нет, пушка не убивает его. А чем ты его убил? Ну, твоей же. Ну все, Фредди самый живучий. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.